Небо России 2013, по словам организаторов фестиваля, станет масштабным и представительным выступлением воздухоплавателей со всей страны. В Рязань прибудет около 30 команд. Также представители спортивной дирекции турнира сообщили, что в этом году впервые пройдут соревнования аэромоделей. Полеты будут длиться утренние не менее часа. Вот. Постараемся, если позволят погодные условия, а они предварительно позволят, то что часть полетов будет проходить над городом. Вот. В вечернее время будет задействовано летное поле у поселка Шумыш и поле скошенное у Окской жемчужины. Соответственно, туда мы ожидаем основной наплыв гостей и зрителей и наплыв аэростатов. Рязанские воздухоплаватели надеются на благоприятные для выступлений прогнозы погоды. Уже в конце недели, как обещают синоптики, обильные дожди закончатся, и участники фестиваля смогут поднять в воздух свои аэростаты.